Раньше в небольшом сельском селе жили бабушки-старообрядцы. По своим обрядам и знахарям лечили людей. А еще в роду были знахари, ведьмы и прорицатели. По женской линии передавали свой дар. А мой дар стал моим проклятием тем, что в юности я невольно приняла дар демонический. Я демон-хранитель дикой природы, и испортивший красоту природы лесов, появился в полночь и выпивала молодость из человека, превратив молодых в стариков. После чего я узнал, что демон живет вечно и при этом остается вечно молодым и бессмертным. Но чтобы любопытные соседи не успели заподозрить, кто я, часто переезжал из разных городов и поселков в маленькие города –